Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Луны Тюнус. Ну что ж, давайте смотреть. Так, что у нас тут получается? В принципе, ничего пока, ребят, не выходит. В банке у нас все сундуки заняты, все активны. Еще не прошло достаточно времени, чтобы я смог их открыть. Ну что же, зато у нас здесь что-то появилось. Мы можем с вами улучшить Сильвестра. Кстати, Сильвестр-ковбой, я думаю, это стоящее будет, если мы его сейчас с вами... Ну-ка, да, ребята. И получим пассивный скилл, который называется «Кот из шоу». Это хорошо, это меня радует. И я думаю, что мы можем ему поднять уровень. Да, смотрите. Так, 11 левел уже есть. Ну, на 12, наверное, не хватит. Хотя мы сейчас попробуем втюхать вот эти вот маленькие пробирочки. И хотя бы 12, наверное, максимум будет, да? Нет, вы посмотрите, мы можем поднять его выше. То есть даже до 13 уровня получается. Ха, это очень и очень хорошо. У меня будет Сильвестр Ковбой, самый мощный персонаж на данный момент. Ух ты, я еще даже могу дальше. Ладно, пока мы на этом остановимся. Так, смотрите-ка, там что-то с бабулей было связано. Ладно. Ну, а теперь я предлагаю сходить на арену, ребята, на арену и подраться. И, возможно, мы получим с вами нового персонажа. Ну что ж, давайте, наверное, начнем. Ну, а почему бы не вот с этого, да, на самом деле? Давайте-ка сделаем. Возьмем Фогорна, возьмем Сильвестра, возьмем, естественно, свинью. И, наверное, возьмем... Кого бы еще-то взять, а? Ну, давайте, наверное, возьмем... А почему бы не взять нам бойскаута? Так, вы посмотрите, практически на равных мы с ним. Ладно, посмотрим, как говорится, кто кого. Кто победит в этом бою. Естественно, я больше чем уверен, что победа будет за мной. Так, и нам нужно убирать с вами... Давайте начнем с Бакс Банни. Ну что, родной, лови подарок. 78, отлично. Ну, бойскаут, вся надежда на тебя, чтобы ты его добил. Неужели не хватило маленько, а? Оу. Да ладно. Черт подери, ребят, такой расклад меня не устраивает. Давай, лечи. Так, Фогран, делаешь провокацию, и Банни надо убить. Все, мы его подбили. Ну и, естественно, эту курицу тоже нам нужно добить. Эх, что делает, а? Массовый удар. Массовый удар, ребята. И это очень плохо. Но хорошо, что Фогорн у меня крепок, как никогда. На, получи. Вот так вот. Дальше дубиночкой. И думаю, Сильвестр Бойскаут ее доделает. Нет, не доделал чутка. Ну тогда Фогорн точно. Вот так вот. Так, дальше у нас будет свинюха. Главное, чтобы с Фогорта не спал скилл провокация. А то у меня, как видите, Сильвестр просто дышит наладом. В него плюнь, и он погибнет. Да-да-да, к тебе подарочек. Вот так вот, отлично, он готов. И что же, добиваем эту мадам. На, получи дубинкой. И кнутиком мы завершаем эту победу. Да-да-да. Жаль, конечно, что сундук нам некуда будет положить с вами. Нам придется его выбросить. А сундучок-то шикарный, очень хороший. Золотой. И у нас, как вы понимаете, даже нету места для него. Или есть? Нет, нету. Приходится выбрасывать, ребят. Но зато мы получили с вами 3 билета.
Так, мы крутить, наверное, сейчас сразу же с вами не будем. Ух ты, здесь уже задание выполнено. Так, Пигги. Еще есть кто-нибудь, кто сделал задание? Пока не вижу. Эх, чуть-чуть не хватает. Ну как чуть-чуть? Прилично не хватает. Далеко не чуть-чуть. Так, погодите-ка, мы можем с вами вот здесь вот кому-то, по ходу дела, купить домик или улучшить. Да, смотрите, ребята, улучшение домика, рыночная улица. И я так думаю, что мы именно это и сделаем сейчас с вами. Апгрейд. Ух ты, ребят, не за горами 16 уровень у нас. Забираем здесь задание. Так, шикарно. И давайте тогда следующий бой с вами сделаем. Какой сундук мне не жалко выкидывать? Вот этот, по идее. Так, берем. Потом кто у нас будет? Сильвестр, Даффи и свинья наша. Вот так вот. Даже если нам придется этот сундук выкинуть, мне не жалко. Главное здесь, ребята, билеты. Я сейчас, кстати, посмотрю. Тут мощей-то, в принципе, немного. Мы сделаем с вами... Давайте... О, давайте ускоренный автобой. Посмотрим. Ой-ой-ой, что-то как-то уж чересчур быстро. На, получи. Блин, что-то чересчур быстро как-то. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, Сильвестр, по-моему, погиб у меня. Нет, надо нафиг самому. Тут что-то как-то... Блин, не успел. Не успел, Сильвестр погибает. Дурацкий автобот. Да, если что-то хочешь сделать хорошо, то делай это сам. Правильно гласит поговорочка, блин. На, получи. Да тут тебе бесполезно. Тебе здесь не пройти через моего суперфограна. Кстати, да, надо будет мне ему поднять уровень, чтобы он еще был крепче. На, получи. Готов. И остался только лишь баня у нас. С ним-то, я думаю, никаких вообще проблем здесь не будет. Ну, добивай. А, чуть-чуть не хватило. Да что тут твоя взрывчатка, она не поможет. Все. Блин, да не то сделал хотел. Ладно. Не так, так, так сделаем. Да, ребята, обидно, что мы получаем всего два билетика. Ну, а за ящик я особо сильно не переживаю. Он нам, в принципе, и не нужен. Ну, и, наверное... Думаю, следующий бой сразу произведем. Почему бы и нет? Да, я думаю, следующий бой сразу же автоматом сделаем. Так, и это будет у нас... Кто? Кто у нас будет? Обновить список. Ну-ка, дай-ка обновим список. А давайте вот этого вот. Почему бы и нет? Так, кто у нас будет? Свинья, Сильвестр, Фогорн. И... Кого бы еще взять? Давайте бойскаута. Ой, что-то пошло не так, да? Значит, без бойскаута придется. Тогда возьмем с вами... Вот. Ну, так попробуем. Да что такое? Так, хорошо, ладно, уберем. А, подождите, ребят. Помню, это было у нас такое. Значит, мы возьмем вот этих вот ребят. Так. Так, я не знаю, в чем эта проблема. Видимо, на какие-то персонажи я почему-то не могу нападать. Не знаю, по какой причине. Но вот именно выдает ошибку. Ну и приходится брать других и уже с ними драться. Так. Фу, довольно неплохо. На, получи. Так, у нас тут еще Фогорн. Его мы тоже атакуем. Ага. Пипе решил нам сплясать и отравить нас всех. Ладно, хорошо. Фогорн берет.
как говорится, все в свои руки. Ну что ты, что ты, что тебе надо? Я понял твой прикол, но он здесь не прокатит. Так, и добиваем. Отлично. Так, теперь кнутом добьем Пепе. Не выдалось. Так, хорош тут своими вспышками, фотоспышками. Так, отлично. Все, и остался у нас только лишь фотограф. Папарацци наш. Ну что же, не повезло тебе, дорогой ты мой Сильвестр. И все проходит чисто. 3 звезды. Мы получаем 3 билетика. Довольно. Довольно неплохо, вот что я вам скажу. Но сундук нам этот с вами некуда девать. Как вы видите, все у нас тут забито. Приходится выбрасывать. Так, ладно. Оу, ребята, поздравляю нас. Поздравляю. Мы получили с вами 16 уровень. Это хорошо, это очень замечательно. Так, а что здесь-то у нас такое? Не могу понять. Так, у нас не хватает с вами, естественно, кристаллов. У нас их всего 27 штук. Ух ты, но зато у меня появилось, что я могу дать задание, ребята, еще. Так, ускорять, ускорять мы не будем. Мне нужно найти свободный, который у меня тут рыскают без дела. И желательно, у которого задание на 3 звезды. Так, вот. Отлично, здесь мы отправили. Так, ну-ка, свинка, иди сюда. Вот, и у тебя тоже, как раз. Рояль, кукуруза, взрывчатка. В общем, самый смак. Так, ну что, давайте, ребята, крутить с вами. Мы, как всегда, с вами остановимся на ферме. И будет 8 билетов, довольно неплохо. Ух ты. И у нас выпал Пиги Фермер. Потом у нас Бойскаут. Мы его можем прапать, кстати. Так, Гектор. Угу, отлично. Следующий у нас, ух ты, еще 4 карты Гектора. Опа-на, еще 3. Хорошо. Следующий у нас кто здесь? Бернард. И последний раз опять у нас Гектор выпадает. А нет, вот сейчас последний раз мы крутим с вами. Да почему же не знак вопроса-то, а? Ну что же, хорошо. В любом случае, мы сейчас с вами можем прапать. Так, задание, да, можем отправить. Хотя нет, у нас нету свободного этого. Так, где у нас тут? Иди сюда. Будем повышаться в ранге. Довольный. Ну и давайте, я думаю, ему немножечко повысиму. Да куда ж ты? Я же еще не закончил. Давай, нажимаем. Сколько мы ему там, наверное, до 4 левела всего сможем поднять. Скорее всего, да. Не хватает энергии. Маловато. Но пускай хотя бы так будет. Так, ну а мы с вами, естественно, забираем здесь задание и переходим непосредственно на следующую драку, так скажем. И это у нас будет, ух ты, давайте вот. Ого, 2200, а почему бы нет? А я хочу посмотреть. Возьмем так, так, так. И Пиги. Оу-оу-оу-оу, ребята. Как-то как-то очень и очень жестко здесь будет, если честно. А давайте попробуем. Я просто хочу посмотреть этих персонажей. Но мне почему-то кажется, что койот-вампир будет очень мощным. Так. Ну и, наверное, мы с него и начнем. Минус 82. Слушайте, довольно неплохо. Интересно, добьет его мой бойскаут или нет? Не вышло. Блин, Пиги. Что это такое ты делаешь? Ого! Фига он там звезданул. Да ладно тебе, завязывай. Что, они вообще у меня такие ватные получаются, что ли? Добил? Нет.
О, ребята, хе-хе-хе, вот это я посмотрел, вот это я глянул. Вы посмотрите. Так, ну-ка, орки, хиль. Ну что тебе надо? С лопатой тут прибежал. 72. Довольно неплохо ударил. Да на, ты получи плеткой. А? Жесть, ребята, это просто какая-то жесть. Офигеть, я посмотрел. Просто офигеть. Ну, хотя я прекрасно знал, что могу проиграть здесь все-таки. Довольно мощный он был. 2200 тысячи мощей по сравнению с моими 1700. Но, тем не менее, все-таки интересно было все это увидеть. Проиграл. Ничего не получаем, но также ничего и не теряем. Хорошо. Ладно, выберем с вами, естественно, попроще кого-нибудь. Так, только вот кого? Вот в чем вопрос. Ну, давайте. Ну, давайте вот. Да я даже не знаю, кого взять. Давай вот этого возьмем. Фогорн. Так, так сделаем. Ну и Пиги. Ну а что делаешь? Делать? Делать нечего, блин. Приходится брать слабеньких и с ними, естественно, драться. Ну а того да. Фига там удары у него. Два удара, все, у меня уже герой погиб. Что этот пес делает, я не знаю, но и знать не хочу. Надо его сразу ликвидировать. 76. Так, ну, я так понимаю, Сильвестр его не сделает. Да, чуть-чуть не хватает. Контр-удар. Плюс замедление. Давайте дубинкой пса добьем. Ну, хорош, хорош, Пипе, выделываться-то здесь. Так, давайте Фогорном делаем провокацию. И кай этого страусенка надо побить маленько. Добивай. Все, остался Даффи и Пипе. Ну, Пипе уже понял, что ему здесь все, крышка. Ну и Даффи, естественно, тоже сейчас получит свое. По полной программе. Все. Мы прошли на 3 звезды. Но это фигня все, ребята. Мы с вами сейчас... Этот сундук я даже трогать не хочу. Мы его сейчас, наверное, выбросим. Хотя я могу его открыть за 30. У меня, по-моему, 30 кристаллов нету. А нет, есть, есть, ребята. Ну и что нам выпадает? Деньги, опыт, гидрант и кирпич. Фиг с ним, хорошо. Ну и тогда, ребят, давайте еще следующий бой сразу же с вами сделаем. Кто бы это у нас будет тут? Ну давайте вот этот вот. И возьмем с вами Банни. Даффи. Нет, давайте мы. Хотя Даффи здесь нужен, вот Банни не надо. Свинья. Блин, мне надо как-то свинью свою вот эту раскачать. Хило. Он у меня с одной звездой. Надо ему хотя бы 2 звезды. В идеале лучше бы 3. Так, и кто у нас тут? Ух ты, пришелец. Давненько я его не видел. Я вообще не видел, если честно. А он уже его получил. Интересно, где он, как он его открыл-то, а? Тоже хочу себе пришельца. Ну хватит. Радостная прибежала. Всем понизила мне скорость. Хорошо, мы отхилимся с вами. Так, Фогорна поставим в стойку. И будем эту курицу бить. Вот так вот. И еще наковальни ее сверху. Готово. Что ты, бабуля, тут? Ого! А бабуля-то шутить не любит, я смотрю. Бомбит-то не по-детски. Да что ты делаешь-то, я не это хотел. Хотя повышение крит-удара тоже неплохо. Ну, давай ее кнутом добьем. Ну и остался у нас только лишь скунс. Уклонение.
Врожденное уклонение у нее. На, получи. И быком ее добьем. Подарочек. Ты смотри, она уклонилась даже от быка. Ну, от дубинки-то не уклонишься. Все, готово, ребята. Получаем 3 билета. Что тут еще? Опыта маленько. В общем, нормально. Да, сундук, тебя придется выкинуть. К сожалению, выбрасываем. Так, итого у нас уже с вами... Сколько там? 4 билета или 5? В общем, неважно, мы сразу же идем на следующий бой. И это у нас будет... Вот эти ребята. Так, хорошо. Возьмем опять же так, так. Давайте возьмем Бернарда и... И, наверное, Даффи возьмем. Да, почему бы и нет. Так, и приступим. Так, начнем, наверное, вот. Надо, естественно, начинать с Сильвестра. Хотя это бойскаут, в принципе, не страшен был. Но, тем не менее. Так, он на Бернарда прыгает, да? Так, бабка сделала контрудар всем. Повышение уклонения даже. А мы вот так вот вам сделаем. Хе-хе, вот это другой разговор. Так, ну что же, давай, Бернард. Так, а Фогарна поставим в стойку. Так, теперь нам нужно, давайте, я не знаю. Ну, давайте Бакс Банни, хорошо, у него пониженная атака. Вот, замечательно. Ого, неплохо он там автоматом-то. Все, Банни готов. Ну, а теперь давайте Койота разбирать. Так, Визанка дров, точнее, Визанка сена. Бабуля там отжигает все, а? Уклонение. Да хорош, блин, у меня, ребята, опять же, нету свиньи для подхила. А он у меня с провокацией стоит. То есть бабка сейчас опять в него будет стрелять. Ну, если, конечно, успеет. На, получи. Нет, не успела, и победа, ребят, за нами. 3 звезды, значит, 3 билета. Отличненько, все. Сундук нам придется выкинуть. Ну а теперь пойдемте с вами крутанем рулеточку. Ну и будем надеяться, что-нибудь хорошее выпадет. Так. Опа, шикарно. 5 карточек Гектора. Ух ты. 4 опять. Свинка-фермер. Ага, Бернард. Дальше у нас будет Гектор. Так, следующий кто у нас? Опачки. Ральф. Ну почему? Ну не... Ладно, хорошо. Гектор. И опять Бернард. И последний у нас кто? Опять Бернард. Ладно. В принципе... А, еще могли крутануть? Ну давай. Гектор. Так, ладно. Выполнили тут какое-то задание. Забираем. Ну и что у нас? Ну и пока, ребят, наверное, я думаю, что на этом можно и закругляться. Мы подождем с вами, когда у нас тут все задания выполнятся, которые мы заказали, когда откроются все сундуки. И можно будет, в принципе, смело продолжать. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока, ребята.